Итак, всем привет, уважаемые зрители моего канала. Сегодня я записываю второе видео свое. Записываю я его на другой объектив. На китовый объектив стандартный. 16-50 миллиметров китовый объектив от Sony Alpha 6000. Значит, что я вам в этом видео хочу рассказать? Хочу вам рассказать о неадекватных людях, которые гадят в интернете. Это разнообразные хейтеры, люди с психическими отклонениями, алкаши, наркоманы, которые получили доступ в интернет и оттягиваются там тем, что на разных YouTube-каналах, в сети ВКонтакте всякие гадости пишут и генерируют всякие комментарии идиотские. Значит, вот об этом я вам расскажу в своем кратеньком видео. Видео где-то на 5-8 минут будет, небольшой длительности. Значит, какие у меня были такие вот гады на моем канале? Значит, один... Отец солдата почетного караула решил мне нагадить в комментариях на моем YouTube-канале под моим видео. Написал, что там мой сын такой герой, он там, ты его недостоин, а ты вот его снял. Я вот смотрю, как ты его снял, а весь твой канал... Остальной, кроме видео о моем сыне. Короче, у тебя канал хреновый. Но я ему написал, если у меня канал хреновый, то тогда пошел ты отсюда нафиг. Не смотри ты мой канал и своего сына не смотри. Из почетного караула. Послал я его нафиг мысленно. Я ему, конечно, никакого ответа не написал. И комментарий я его не опубликовал на своем канале под видосом с Мамаева кургана. Просто я его забанил, заблокировал. И где-то через несколько месяцев, через пару месяцев я вообще отключил комментарии. Потому что вот такие вот годливые, неадекватные, невменяемые личности очень много гадили мне в комментариях. Приблизительно на один хороший комментарий, более-менее положительный, было 3-4 комментария вот от таких мразотных личностей, короче, которые не дружат со своей головой. Всякие гадости мне писали, написывали, что я такой сякой немазанный, неумытый, что, мол, весь мой канал не очень хороший, и что нафиг ты видео свои делаешь. Ну, короче, все их я комментарии удалял со своего канала, а под конец вообще решил отключить комментарии, потому что надоело мне удалять. На один нормальный комментарий 3-4 плохих комментария. То есть больше я удалял комментарии, чем публиковал. Мне такое не нужно. Это вот я вам про YouTube говорю. Теперь, что вот во ВКонтакте творится? Во ВКонтакте я тоже под другим никнеймом иногда публикую комментарии свои. Значит, там тоже творится галиматья вот с этими хейтерами, с этими вот неадекватами, алкашами, наркоманами, невменяемыми личностями. Короче, пишут гадости очень часто и очень в большом количестве. Пишут гадости. Что-нибудь прокомментируешь, сразу вылезает куча вот таких вот идиотов и начинают друг друга лайкать. Лайкают они, как правило, свои комментарии. То ли это их боты лайкают их комментарии, то ли... Не знаю, там у них группы вот такие ненависти, которые во ВКонтакте пишут гадости всякие. Вот.
Короче, у меня уже много раз такое было. Я вот напишу какой-то комментарий, какой-то новости, и вылезает сразу 3-4 человека, они друг друга лайкают, пишут гадости в мой адрес, обсирают меня по-всякому. Вот, это очень не нравится. Потом плюнешь на них, удалишь все свои комментарии, как ты с ними общался, с этими хейтерами, и остаются их пустые комментарии, как будто они с пустотой общались. Но, как правило, они свои комментарии тоже удаляют после того, как я удаляю свои комментарии. Вот, значит, на Ютубе и во ВКонтакте, и во всех социальных сетях, в Одноклассниках я не зарегистрирован практически, ничего там не пишу. Так что я не знаю, как там в Одноклассниках ситуация эта состоит. Но вот во ВКонтакте и на Ютубе я вам описал эту вот ситуацию, что полно разных мразотных гадов там обитает. Неадекватов, алкашей, наркоманов, невменяемых личностей. Вот, если вы не такой человек, то ставьте моему видео лайк, подписывайтесь на мой канал. Все я вам рассказал. На этом я свое видео заканчиваю. До новых встреч на моем канале. Goodbye и всем пока.